К сожалению, в Республике Молдова качество предоставления услуг в целом по всей стране далеко от идеала. Существует много препятствий в получении качественных услуг. К ним я могу отнести такие, как продолжительность, безразличие, дезорганизация, низкая информированность населения, бюрократия, а также получение какой-нибудь информации. Скажу больше, Республика Молдова находится, получение разрешительных документов на строительство находится на 172-м месте. Если сравнивать с Грузией, она находится на 2-м месте, а Германия на 12-м месте. Это, скорее всего, обусловлено тем, что для получения данного вида услуг или, к примеру, других услуг, наш гражданин вынужден скитаться в очередях, искать то учреждение, которое ему необходимо в различных частях своего населенного пункта. Это теряет он очень много времени. Также я считаю, что недостаточна информированность клиента на получение услуги. Нет такого информационного гида. Если бы он его открыл, то он увидит там, какой пакет документов ему необходимо собрать перед тем, как пойти в госучреждение. Чтобы он несколько раз не ходил в это учреждение, он должен иметь такой информационный гид. Один раз прочитал, все, пошел с пакетом документов, который ему необходим. Также я считаю, что устарел в Молдове реестр всех данных, устарело оборудование, оно уже как бы старенькое, нужно обновлять оборудование. И немаловажная, на мой взгляд, самая важная задача, которую нужно необходимо решать в Молдове, и проблема, которая есть, это ограниченное общение, обмен данными между местными органами власти и деконцентрированными службами. Если мы хотим жить по европейским стандартам уровня предоставления услуг, не только европейским, но и мировым стандартам предоставления услуг, я считаю, что необходимо проводить тщательно и пошаговые реформы в данной области, чтобы местные органы власти и, к примеру, наш центр информирования и предоставления услуг имел более тесное сотрудничество с деконцентрированными службами всего района.